смотри. Сузука? Чувак, как из компьютерной игры, короче. На Бутырском валу, короче, ремонт такой. Место, в котором я провел довольно-таки длительное время. Родная белка. Конечно, оброс сильно. Почему-то я... Вот это у меня плохая сторона лица. Мне не рабочий. Мне, да, да-да, как сказал Дудь. Мне не нравится, как я вот так вот... Тихо-тихо-тихо, ты чё? Это же 750-й. Лонг. Так что... Так-то застеклённая, вообще прикольная лоджия. Прикинь, еще одну комнату, можно сказать. Да-да-да. Если да, батареи да. Повесить, теплее. Короче, что это за улица Неглая? Я тихо. Вторая Брестская. Здесь, короче, охреневший ресторан Корнер? На углу, короче, да, Корнер. Да. Это бургерная. Да, да, да. Ну, в том плане охреневший, что там администраторы такие хамло. Ну, раньше было, как сейчас, не знаю, атмосферно. Москва, контраст. Для пацанов делаем этот поездку по Москве. Это Садовое кольцо. Капиталити. Так сказать, по Садовому кольцу я лечу. Я когда сюда выезжаю, пробку втыкаюсь, все время вспоминаю эту песню. Ну что, посмотрите, как тут все летят. Автопарк здесь. Ничего такое, да, конечно? Конечно, центр. Наши многострадальные... Страны. Да, страны. Матушки России. Все жалуются, очень плохо живем. Посмотрите, Порш Кайен, Мерседес, Ленд Крузер. 200-й, Лексус справа. Тут еще нужно вспомнить, сколько людей в метро. Ну, мы сейчас... просто их не видим. Ну, сейчас вся Москва в метро. Мы просто видим только Садовое кольцо. Ну да, конечно. Я еду за компьютером. Я еду вот за этим компьютером. Точнее, я за ним уже съездил, вот он стоит. А это были кадры, как я еду за этим компьютером. Этот компьютер мне подарил подписчик. И я подумал, что это настолько круто, что я запишу об этом целое видео. И да, ты просил помочь с видеомонтажом, я помню это. А компьютер вот. И путем нехитрых манипуляций были выявлены несколько рабочих и действительно очень ценных компонентов этого компьютера. Во-первых, это монитор Samsung на 22 дюйма. Мой старый монитор был на 17 или на 19 дюймов. Но он был точно меньше вот этого, и это круто. Вторая важная вещь – это жесткий диск на терабайт. И это… Фокус. И это действительно очень круто. Полезная вещь номер три – это CD-ROM. У меня его не было. Оно как бы мелочь, но за последние 10 лет у меня его не было, и порой бывали такие моменты, что его очень сильно не хватало. В четвертых, это акустическая система. Я ее еще даже не распаковывал. Как я привез в пакете, так она в пакете и стоит. А почему бы не сделать это прямо сейчас? Только что выпал снег, все такое белое, и это так на самом деле непривычно, необычно. Но акустика не работает, к сожалению. Не, к сожалению, нет. Но я не печалюсь, потому что у меня, благо, есть своя. Дэвиан Прод. Знаете такого музыканта? Это молодой пацан, я почти что в каждом видео использую его музыку. Ну вы знаете этот трек. Или вот этот. We'll be right back.
Димон комплекс, тут такая башня на Садовом. Воткнули в центре города огромную панельку, огромную панельку. Прикинь, просто эта панелька, да, и здесь просто бешено дорогие квартиры. Я вижу башню на Павелецке, которая... Красивая? Нет. Я тебе скажу, нет. Она некрасивая. Это же бизнес-центр, да? Да, это времена как раз Лужкова. Я помню, когда я тут работал в такси, короче, я здесь работал в такси даже, да. Я где-то здесь вот забирал людей из закрытого клуба. Там ни вывесок не было, ничего. Здесь много гостиниц всяких. И я так подумал, интересно, что это за клуб, что там вообще происходит? Покер-клубы есть здесь закрытые, я знаю, на Павелецкой. Заброшенный дом, смотри. Да. Видел, да? Да, он горел там сколько раз. Пожар был в натуре. Ну да, конечно, все довольно-таки жутковато. Это мы заехали на автомойку по пути и потом поели пирожков в соседнем кафе, но не спешите писать гневные комментарии по поводу музыки, мол, что за дурацкую музыку ты поставил. Да, дурацкую, реально так себе, но серьезно, ничего хорошего. Пару слов о тех двух видеоклипах, которые я опубликовал вот в этом видео. Большинство оценили, к моему удивлению, но некоторые оценили не слишком высоко, и вы, в принципе, правы, потому что этой музыке уже 17, черт подери, лет, и написана она реально на коленке. И надо еще учесть то, что программу я использовал самую дилетантскую, и эта музыка в целом не претендует ни на какой профессионализм вообще. Профессионализм вообще не претендует. Да, я был молод, у меня было хобби записывать музыку, таким образом мы с другом, нас двое этим занимались, мы записали 4 альбома, и на этом все закончилось. Это были еще времена суперскоростного интернета, когда одна песенка размером 4-5 мегабайт скачивалась час или два. Сейчас в это трудно поверить, но такое было. А жесткий диск у меня был объемом 20 гигабайт. 20 гигабайт. И это было неплохо. А вот, кстати, тоже мой трек, который сейчас уже играет, наверное, 5-ю минуту. И он, конечно же, тоже так себе. Хочу напомнить, а кому-то просто сообщить о том, что у меня есть группа ВКонтакте, и я ее давно не веду, давно забросил, я не знаю, что туда постить. Поэтому я предлагаю ее администрировать кому-нибудь из вас. То бишь, если есть какой-нибудь желающий... вести группу ВКонтакте и развивать ее как-то, пожалуйста, welcome, милости просим. Я сделаю тебя администратором, и ты будешь там делать все, что хочешь. Ну, понятное дело, в определенных рамках. Еще я хотел порекомендовать для курьеров небольшая информация. Это не реклама, я просто хочу порекомендовать группу в Telegram. Это группа моего товарища, я ему уже давно пообещал упомянуть эту группу, но все время забываю, и вот сейчас упомяну. Группа в Telegram для курьеров, там всякая информация, полезные лайфхаки, погода, объявления и всякое прочее. Конечно же, ссылка в описании. Вот такой ракурс более классический не находите? Ну, а с этим видосом моя компьютерная эпопея, я надеюсь, заканчивается. И все равно мне как-то не нравится этот ракурс. Короче, да. Эпопея с компьютером завершается. Всем, кто задонатил от 1 рубля до 7 тысяч, привет тебе. И всем, кто помог материально, всем вам огромное. А роуд-муви продолжается. Сейчас мы поедем уже по другому маршруту. Мы поедем сейчас по набережной.
вечерняя Москва сейчас будет. Москва, река. Речушка Москва. Дом музыки. На пароходике плавают даже, зимой даже. Льда нет. Ну конечно же, льда нет. Это самая престижная высотка. Из Нагодинской набережной. Из жилых. Великобритании. Опять что-то барыжит, короче. Чего снимаешь, брат? Просто отпилит и все. BMW X6 на тюнинге, да, въехал в Логан или Ларгус. Забавно, конечно, против, да? Это была проблема с выигрыми автобусом.